Потом у нас сказки. Вот это что такое? Петербург, сны, фантомы, портреты. Вот Петербург. Мне предложили работать над балетами, да, особенно над таким, я бы застрелился с этой мыслью. Я уснул. Ровно через 40 минут меня будет... Из самых известных мистерий — это «Момента моря». Вот, поэтому мы фактически где-то возродили средневековые традиции, перенесли их уже, как внедрили прямо в карнавал. И это, конечно... Итальянцы сами признавали, что у них были мурашки по коже бежали, когда все это, ну, вот это счастье.